Я не понимаю эволюцию, и моим детям не позволю ее понимать. И умники нас не переубедят. Орете вы громко, а в голове пусто. Быстро по грузовикам слепо и валите домой. Ваш стереотип оскорбляюще точен, сэр. Уверяю вас, как профессор наук, что мы действительно произошли от грязной макаки. Говорите за себя, сэр. А мои предки не были макаками. Они были орангутанами. Трудолюбивыми, патриотичными орангутанами. Доктор Банджо? Во всей красе. И напоминаю, что эволюция всего лишь теория. Так же, как гравитация и форма Земли. Эй, профессор, вот я летающий спагетти-монстр. Хочешь сказать, что я потомок какой-нибудь нелетающей лапши? Да! Да брось. Гораздо логичнее все объясняет неопровержимая теория созданизма. Вся жизнь была сотворена в теперешней форме 7000 лет назад фантастическим существом из дальнего космоса. Чушь! Да? Но если ваша элитарная эволюция не ложь, то почему не найдено звено между современным человеком и древней обезьяной? Как не найдено? Человек прямоходящий! Значит, моя теория верна, сэр. Ведь не найдено звено между обезьяной и человеком прямоходящим. Еще как найдено! Человек умелый! Да, но никто не нашел звено между обезьяной и так называемым человеком умелым. И его нашли! Австралопитек африканский! А, вот вы и попались. Согласен. Но где же звено между обезьяной и вашим Дарвинием? Отвечайте, профессор. О. Ладно, скажем, одного звена не хватает. Но то, что его не нашли, еще не значит, что оно не существует. Ерунда. Вера не делает несуществующее сущим. Так учит всесильное небесное существо.